Ну что, опять я в нашем аэропорту Толмачёва. Но теперь только не междугородный рейс, а внутренний рейс. А куда я лечу, если это интересно? Наблюдайте. Это вот наш современный новый аэропорт. Мы уже вылетали отсюда во Владивосток. Но сейчас маленько у меня другое направление. Или что-то я, в общем-то, как-то одна не очень. Но думаю, что я справлюсь. Ларечки, питание, всякие фиговинки есть, присутствуют. Сейчас я водичку куплю, таблеточки приму, и будет все окей. Итак, пойду сейчас на посадочку. У нас уже скоро регистрацию я прошла. Сейчас я закусить есть. Места общественного питания. Так, у меня выход 8, по-моему. Торопилась, с такси неудачно вышла. Но вовремя вроде прибыла. Думала, буду опаздывать. Ну и так буду вам транслировать, куда я приземлюсь. Оп. И я в аэропорту Минеральных Вод. Аэропорт такой маленький. Летели мы 4:30, по-моему, с Новосибирска. Очень маленький аэропорт, вообще никакой. Но, в общем, я в Минеральных Водах. А дальше еду в Кисловодск. Пока я жду свое такси. Так, меня заселили уже. Быстренько забежала, поела, обед оставили. Что это здорово. Отель не показала, но сейчас показываю номер. Я его видела, этот номер у мужчины с YouTube, и он достался мне. Ну, в принципе, чистенький весь. Душевая. Придираться не будем. Все нормально. Надо позитив с собой возить. Батареи, наверное, через розеточку, если холодно. А полотенчиков много. Я одна. А здесь принадлежности. Простенькие шапочки. Фен есть. Зеркало опять мое любимое. Все в кафеле. Аккуратненько, чистенько. Так, выходим. Выходим. Вешалочка. Вешалочка. Здесь что у нас? Ой, для обуви. Здорово. Ну, и он небольшой. Стандарты, они небольшие. Но чистенько, аккуратненько. Что мне прям нравится. И сейфик есть. И сейфик есть. И вешалочки. И телевизор есть. Небольшая прям комнатка. Две односпалочки. Дальше чайничек есть, главное. Чай, кофе, стаканчики. Холодильничек тоже, наверное, есть. Конечно, есть. Так, не там, открываю. Есть. Хорошо работает. Сейчас вот пойду погуляю. Может быть, что-то и прикуплюсь. Но у меня полный пансион в этом пансионате звездный. То есть завтрак, обед, ужин. Вот, поэтому так, что-то легкое. Это свет я выключила. Ладно, тумбочка с ящичками. Шторочки темненькие. В общем, маленький номерочек, но мне одной прям само то. Мне главное, чтобы чистота был, порядок. И вот то, что я хотела, это вид. Это вид с балкона, меня прям он убивает. Вот такой вот столик, стульчики. И вот такая у них красота. Просто потрясающая красота. Но я зашла, не до этого было. Я быстренько заселилась. Вернее, на обед побежала.
И вот такой потрясный-потрясный вид. Вот это то, что мне нужно было. Кофеек обязательно здесь по утрам. А сейчас погода, в принципе, ничего. Дождей нету, самое главное. Тетенька с дяденькой уже на выход вон там рвутся выйти. Мне это тоже предстоит сделать. Ну вот, как-то так. В общем, я заселилась. В общем, я очень довольна. Очень довольна. Ну, а потом, конечно, покажу вам отель сам. Так, ну иду я теперь прогуляться. На стенах картины. Сейчас я вам маленько покажу отель сверху. Вот такие лампы красивые, лучи. И вот так вот вниз туда. Все красивенько, чистенько. Вид такой открывается красивый. Ну, сейчас все посмотрим. Спускаемся сейчас. Очень даже видок. Просто пойду на прогулку, а потом приду и буду отдыхать. Сегодня прям отдыхающий день у меня будет. Здесь для деточек диванчик, книжечки почитать. Идем дальше. Картина прям красивые. Первый этаж. И такая витриночка есть, но я не смотрела еще. Надо будет посмотреть. Вот она, кружечка курортная, 800 рублей, звездный, 150 тапки. 150 тапки. Еще даже зонтики и машинка кофе. Ну, здорово, потому что без кофе как-то я не это. Ну, а здесь обеды. Завтрак, обед, ужин. Это мы позже. Холл маленький, хорошенький, чистенький, аккуратненький. Ну, идем теперь мы на улицу. Посмотрим мы маленько на территорию. Вот этот вот сам отель, а это как замок, но это будет пятизвездочный тоже отель. Там номера будут. И вот смотрите, какая красота, какая территория прям шикарнейшая. Зеленая, пионы распускаются, цветет все. Сейчас маленечко я пройдусь. На первом этаже тоже ничего. Я хотела, чтобы выше было, но выше и дали. Ну, там стандарты, наверное. Вот. На, как сказать, на третьем этаже. Что-то ветерок какой-то поднялся. Что, задувает? Сейчас территорию посмотрим маленечко. Потому что я с такси сразу быстренько забежала. Хоздвор, наверное, вот это вот у них. Сейчас. Очень красиво. Прям зелень меня умиляет. У нас-то еще все страшно, дожди и холодно. А здесь вот уже даже кустики и отцветают, и зацветают. Качелечка такая небольшая. Розы вот уже падают, даже отцветают. Здесь что-то они не высадили. И почему-то анютины глазки. Очень. Вот кустик. Симпатичный. Вигела, что ли? Не знаю. Спорить не буду. Спорить я не буду. Так. Пошла не туда маленько. Обойду сейчас. Обойду сейчас я.
обойду сейчас я эту территорию. Вот так, посидеть. Но сидеть-то некогда. Время мало, а хочется посмотреть очень много. А смотреть здесь я точно знаю, очень-очень есть что. Здесь хочу еще. Где-то у них проходят вечера. Повар готовит им. По праздники какие-то проводят. Это что за беседочка? Красиво. А, в шашки, наверное, тут играют. Шашки, пианино, диван. Интересно. Такая зона красивая. Все в зелени. Вообще фантастика. Ой, ну красивый. А пахнет. Ну-ка. Нет, не очень. Ну, по крайней мере, я не слышу запаха. Ну, идем дальше. Вот там на третьем этаже и мой номер. Туи красиво так. Что-то интересно за туями там. Ой, любопытная Варвара. Ну, посмотреть надо территорию. Вот видите, какая она. Добродушная. Во всяком случае, прям встретили так добродушно. Все рассказали, все показали. Вот этот замок-то и будет открываться. Пятизвездочный отель будет здесь. Но я хочу сказать, постояльцев здесь одних и тех же очень много. Прям очень много. Сейчас я поднимусь, посмотрю. Любопытное. 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 Хотя подниматься здесь, там двери закрыты и все закрыто. И пленкой пленка навешена на окна. Так что, ну, идем дальше. Идем выход на курортный бульвар. Я не пойду в курортный бульвар, потому что мне просто хочется маленько прям выйти посмотреть на эту красоту. Здесь я так понимаю, что много всяких других ли отелей, или что здесь. Вот, например, что здесь? Санаторий. Долина Нарзанов предлагает, что тут, качественную диагностику. А, мы можем здесь вот в этом, это санатории Долины Нарзанов делать, короче, процедуры. Потому что, это я точно могу сказать. Так, ну давайте здесь. Ой, ну какая красота. Ну какая красота. Какие-то туи необычные вообще. А это азимут. Тоже я его рассматривала, этот азимут. Но как-то я почему-то на звездную упала. Наверное, с процедур люди идут. Не заблудиться бы. Но очень красиво. Прям вот, смотрите, бальзамины уже цветут вовсю. Ой, ну красиво. Ой, ну красиво вообще. И вот такие туи есть. Какие же красивючие. Ну, прям мне очень нравится пока. Такая зелень. Все настолько вычищено, красиво. Сейчас бы не заблудиться. Какой-то корпус 7. Потом возвращаться фиг знает куда. Так, пойду я вот сюда. По этой дороге вот сюда, потому что там закрыто.
Куда же я выйду? Сейчас посмотрим. Ну, смотрите, какая красота. Все настолько зелено. Здорово.